«Железный город». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, мой собеседник Евгений Лаптев, главный инженер фабрики игрушек «Весна». Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. О технической стороне жизни фабрики хотелось бы поговорить, об оборудовании, на котором непосредственно выпускаются игрушки. Хотелось бы немножко в историю углубиться, на каком оборудовании начиналась работа на фабрике «Весна» более 80 лет назад, и какое оборудование используется сейчас. Ну, разница, я думаю, что, конечно же, большая. Давайте немножко истории. История нашей фабрики начинается с 26 июня 1942 года. Мы начали выпускать первые игрушки для наших детей в эти тяжелые времена. Производство было, начиналось на дому. В 1957 году артель уже перешла в цеха. А в 1960 году был построен цех, в котором мы сейчас находимся. Находимся в центре города, Карлипных 129. На сегодняшний день мы пользуемся современным технологическим оборудованием производства Китай, Тайвань. В прошлом году мы построили цех по производству пластика, и там стоят у нас станки экструзионно-выдувные оборудования и термопласт-автоматы. Также у нас используется ротационное оборудование для мягких пластмасс, на котором мы делаем, если вы видели нашу продукцию, головы для кукол, различных животных, новогодние игрушки, игрушки развивающие. Настольные игры в том числе? Настольные игры больше делают как бы бумажные. Что представляет собой это современное оборудование? Насколько легко или сложно им управлять? Ну, его было сложнее всего, наверное, поставить в цех. Потому наладить, что, да, вообще? Да, поместить, произвести пустоналадку, обслуживать и эксплуатировать, как на сегодняшний день, там оборудование довольно-таки легко. У нас обслуживает его один человек, оператор, который знает все функции данного оборудования, который следит за качеством выпускаемой продукции. Интенсивность производства, насколько она велика? Ну, производительность этого оборудования? Например, одна куколка у нас выпускается за 34 секунды. Всего лишь полминуты. Да. Чуть больше, да? Да. И кукла готова. Может быть, вы сейчас вместе с коллегами обсуждаете планы по дальнейшей модернизации, по появлению нового оборудования? В чем нуждается фабрика? Для модернизации также у нас имеется швейный цех, в который мы приобретаем новое швейное оборудование. Этот процесс практически непрерывный. Когда появляется заказ, наши технологи изучают эти заказы, и под эти заказы покупается то или иное необходимое оборудование. Да, мы производим не только одежду для кукол, мы производим одежду для маленьких детей. Если кому будет интересно производство кукол на нашей фабрике, мы приглашаем вас по адресу Карл-Липкер 129 67-94-55. Это телефон отдела кадров. Также можно узнать по телефону 8-922-669-1801. Благодарю вас, Евгений Лаптев, главный инженер фабрики игрушек «Весна». Полезный город.